Самарско-Тольяттинская агломерация – одна из крупнейших в России. Ее общая численность населения – 2,5 миллиона человек. Уникальность агломерации заключается в том, что оба ядра – Самара и Тольятти – относятся к категории крупнейших городов и имеют связи практически со всеми муниципальными образованиями области. Два центра уже активно сотрудничают на протяжении 2 лет. Между Самарой и Тольятти действует соглашение о межмуниципальном сотрудничестве. Нам радостно, что на сегодняшний день Минрегион в качестве площадки для обсуждения агломерации выбрала Самару. Это говорит еще раз о том, что нас видят как агломерацию. При условии, что будет оказываться федеральная поддержка, мы рассчитываем, что Самарская область получит ее одна из первых. Важнейшие шаги к объединению городов уже сделаны. Создание особой экономической зоны и реконструкция аэропорта Курумыч, масштабный ремонт трассы М5 и в будущем создание скоростной железной дороги. Теперь дело за федеральными властями. Развитию крупных городских агломераций в России поможет законодательство. Сегодня в нем отсутствует даже само понятие агломерация. Участники круглого стола ставят перед собой конкретные задачи. Это формирование единых подходов и стимулирование межмуниципального взаимодействия. Очень важно, что всерьез взялась за эту тему федеральное правительство и в первую очередь Министерство регионального развития. Разрабатываются документы, основополагающие, в том числе правовые основы. Потому что сегодня правовые основы агломерации как таковые в России не созданы. Вот Самарская область занимается разработкой проекта агломерации уже около 15 лет. И Самарская область здесь лидер. По итогам встречи участники круглого стола примут конкретный алгоритм действий, так называемую дорожную карту, которую предстоит реализовать, чтобы окончательно оформить агломерацию. В этом случае регион может рассчитывать на поддержку из федерального центра. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин. События.